Нет наркотикам, да здоровью. В период аномальной жары повышается артериальное давление. Возможны сбои в работе сердца. Как предупредить тепловой удар и сердечный приступ? Курянам рассказали специалисты Центра здоровья. Провели выездной мастер-класс по измерению артериального давления и дали необходимые советы. Берегите себя. Сейчас домой придете, обязательно выпить лекарство. Полежать 10-15 минут и перемерить артериальное давление. Сейчас уже относительно нормально, но пульс высокий остается, 92. Высокое давление для Татьяны Сергеевны, к сожалению, дело привычное. Признается, мастер-класс Центра здоровья стал для нее приятной неожиданностью. Пришла в магазин купить, вот, и случайно наткнулась на эту вашу акцию. Вот. Очень внимательно, очень хорошие врачи посоветовали мне все, что надо пить, что надо, значит, что прийти полежать после этого. Тем более погода-то очень жаркая, выпить таблеточку от давления. Знать состояние своего артериального давления очень важно. Его нестабильность – один из первых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы привлечь к акции курян, сотрудники применили самый действенный метод – личный пример. Да, я хотела бы уточнить, как работает наш центр здоровья, как идет акция, успешная или нет. Ну и решила, конечно, посмотреть, каковы цифры моего артериального давления. Врачи предостерегают, если ваше самочувствие ухудшилось, не паникуйте. Достаточно произвести два действия – измерить артериальное давление и вызвать врача. Никакого самолечения. Кстати, если вы не знаете алгоритм измерения давления, доктора придут на помощь и здесь. Сидеть на стуле с прямой спиной, значит, руки должны быть на ширине, лежать на столе, то есть чтобы там, где измеряется манжетка, это было на уровне сердца. Также, значит, ноги должны быть стоять прямо расставлены. Измеряется давление 3 раза в течение 2-3 минут. Средний показатель будет верным. Центр здоровья обещает провести подобные акции в Курске еще не один раз. А пока помните, хорошее здоровье – это ежедневные усилия по его сохранению. Анна Пикулина, Максим Леонов, телеканал 7.